2013 году молодые врачи, которые переехали работать в сельскую местность, получат единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Такой бонус от государства предусмотрен для 37 человек. Это медики в возрасте до 35 лет, которые после окончания медакадемии переехали в село. В прошлом году этот проект финансировался за счет средств федерального бюджета. В этом году свою лепту внесет и региональная казна.